В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов президентом Российской Федерации подписан указ номер 100 от 7 февраля 2020 года, согласно которому некоторым категориям граждан Российской Федерации в апреле 2020 года будет осуществлена единовременная выплата. Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Единовременную выплату в сумме 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма. Также ежегодная денежная выплата по указу президента Российской Федерации номер 186 от 24 апреля 2019 года в размере 10 тысяч рублей будет осуществлена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 41-45 годов в апреле текущего года. На сегодняшний день в районе 171 получателей пенсии, имеющих право на предусмотренные указом выплаты. Из них инвалидов войны 1 человек, участников ВОВ 6 человек, несовершеннолетних узников 1 человек, вдов 54 и тружеников тыла 109 человек. В настоящее время в управлении Пенсионного фонда проводится подготовительная работа по уточнению и формированию списков лиц, имеющих право на указанные выплаты. Списки формируются на основании документов, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда, без истребования от гражданина заявлений и дополнительных документов.